Доброго времени суток всем. Всем привет. Как ты хитро так это все сказала. С вами снова заговариваюсь, Александр Рената. Мы если сегодня... вы нас узнали. Да, если вы нас узнали. Мы сегодня весь вечер фармили реги, крафтили. Последние деньги. У меня вот осталось, я сюда портнулась, у меня осталось 2 серебряных. У меня 2 серебра, 29 медных. Вот у меня 2 серебра. Вот. Ну и помнится, кто-то там говорил, в Гильдварсе нет откровенных шмоток, да? Ну, как сказать? Посмотрите на меня, да? Да, и посмотрите сзади. Вот эта юбка, это вообще что-то. Я не могу описать свои... Молчал бы лучше. Свои ощущения на такие такую шмотку. Сам-то в лифчике ходит, цепями обвешаны. У меня все, у меня прикольно. А у меня что? А у тебя верх прикольный, а юбка... Молчи, я сама в шоке. Юбка очень странная. Она более чем странная. Сзади все так пышно, а спереди так... Совсем никак, я бы даже сказала. Так открыто. Еще вот такие это, перья в разные стороны. Стрелочка как, такая. Как у Киркорова. Киркорова? Ну, перья надо еще. Маску такую. А, надо... Нет, я шапку показывать не буду. Ой, я сейчас это... Я сейчас, конечно, опозорюсь, но покажу... Отвратительно сделано. Свой шлем. Это ужасно. Вот что это такое? Они вообще, они усмотрят, когда делают броньки? Они шлем, по-моему, оставили от мужской модельки и просто не парились на эту тему. Типа, а все равно скроют. Ага, ты сейчас, я еще сейчас свой покажу, смотри. Такой бред. Ну да. Все? Все. Прожжался? Да, спасибо. Все. В общем, вот как-то так. Зато у меня теперь прикольный щит. И Мейса в эту же тему сделано. Все трансмучено. Короче, разорились на последние деньги. Да. По полной. Одели себе. Почему это шмотки? Меня разглядывать уже. Я просто бегаю. Причем это шмотки на 35 уровень. Но они неплохие, то есть они. Желтого качества. Желтого качества, да. Я не помню, как это здесь. Легендарный, фиг его знает. А хочешь, я тебе покажу что-то? Пока мы тут были, я вон, смотри, что наверху увидела. Покажи. Вон туда посмотри. Вертолет. Вертолет. Прикольно. Прям вот вертолет. Ну да. Ай, блин. Он... А еще. Чего? Чего, прям вот смотри вот. Как? Ага. Че еще? А еще я получил сегодня травму левого пальца. А, ну да, точно, забыл совсем. Точно. Отломился. Ну, не отломил. Отломил. Загнул себе половину ногтя. Теперь у меня большой палец забинтован. Пробел нажимать неудобно. Я давно настраивал Гильдварс на джойстике. Поэтому, возможно, эти серии будут сниматься некоторое время на джойстике. Ну, естественно, где-то буду, скорее всего, переключаться. А где я? Наверху, походу. Ну, в принципе, кстати, я не понимаю, почему они сразу не встроили... возможность игры с джойстика, потому что кнопок не так много. Так, ну чё, хорош трындеть, пошли по ходу дела больше. Я хочу жилки взять. Ну они наверху где-то, с той стороны где-то. Как заход. Они могут быть наверху? Это странно. Потому что вот, давай смотреть. А, мне выпадают. Ну, то есть я хотел сказать, что кнопок-то не так много в Гильдварсе и... Почему не сделать бы сразу управление с джойстика? Тормоз. Я просто не ту кнопку нажал. Что-то мне топорик промазал. А, еще я таймер не включил. Запоминай. Как обычно. 13:25. 13:25. Запомнила, да? Наверное. Ну, пока помню. Потом не знаю. Окей. 3-4 зеленый розовый, 13:25. Не обращайте внимания. Это старая травма. Ну, во-первых, это ты меня этой травме научил. Так получилось. Это у меня так запоминал гнезда запомнить. Гнезда от звуковой карты. Ты хоть поясняй, а то, блин. Какие гнезда? Куда гнезда? Куда? Я нашла заход. Молодец. А что ты к ним пристал-то? А чё он там один?
А, чтобы не скучно было, да? Ну да. Итак. В общем, крафты в ГВ это сложно. Ой, вообще караулы, вообще без денег опять остались. Только накопили золотой и весь его потратили. Это при том, что мы еще много рек сами нафармили. Ну да. Примерно половину. Не, ну я-то свои деньги все потратил сразу и скрафтил себе. А вот тебе пришлось уже добирать самим. А, ну собирай. А, у меня кончилось. Кто? Тул. Тул скончилось. Придется стальными начать пользоваться. Проканчивай. Тут уже кровь новая падает. Кровь? Фиалы. Ну это хорошо, нам на 45-й уровень крафтится еще. Ой, не говори. Причем, что самое неприкольное, насколько я понял, у них будет. Так, что, пошли вниз прыгаем? Надеюсь, моя юбка не задерется. Ну, она задерется, но не настолько, чтобы прям. Не, нормально все. Смотри, все прилично. А что это такое? Это от тебя осталось. Нифига себе, это перхоть, что ли, попадал? У тебя может стоит там какая-нибудь бафалка на урон. Как получаешь? Быть, а там жилка резнулась, прикинь. Где? Когда мы спрыгнули. У тебя тоже? Нет. А, нет. Ну ладно, я не пойду, да. Ну куда вообще идти-то? А я не знаю, ты бегаешь, я бегаю за тобой. Ну ты сейчас за жилкой бежишь, определенно. Ну сейчас за жилкой, да. Там золото. Золото? А ты там... кирку возьми стальную. А у меня... Натальная. Хорошо. Значит, можешь собирать. А ниже? Тоже золото? Нет, железо. Так, нам вообще куда нужно? Давай смотреть, нам надо... Нам надо вниз. Прямо вниз. А, мы в прошлый раз шли вот сюда, смотри. Сюда висту и сюда вот эту взять штуку. Mm-hmm. Кстати, здесь телепорт работает сейчас. Давай-ка воспользуемся этим моментом. Сейчас? И портимся. Какую? Ага. Ой, какие тут. Мармоксы. Ты такая хитренькая. Я так кричу. Что ты их рассмотрел, что тут? Ну, рожа у него вообще. Ну еще бы. Че, куда нам? Нам... Вот сюда давай портаться. Куда, куда? Я потерялась. Вот. Блин, уже все, уже отвоевывает обратно. Да что ж такое? Ну, короче, вот сюда тогда короче, давай. Поглядываем, как будет свободно, да? Нет. Давай сюда портнемся сейчас. Проберемся. Всех убьем. И всех убьем, да. Мне надоели они. Хорошо, портнемся. А, еще 54 медных. Ну да. Я разорена. Я тоже разорен. А, жилка, жилка. Так, ладно. Так, нам вниз или через, через мост? А, вообще-то через мост. Не понял, ты чей? А, ну ладно. А что бегает туда-сюда, не поняла? Тоже жилку, наверное, хочет. Так она внизу. Ну вот он так посмотрел, видимо. Черт, она внизу, и не пошел. А че он на меня напал? Ты вкуснее сам лифчик нацепил, тряпочный. Я еще удивляюсь теперь. Но, если с тобой сравнить, то у меня все хорошо. Так. Такие... Мы сбоку заходили где-то, да? А куда он стреляет? Не знаю. Ну да, мы сбоку заходили. А как мы сбоку заходили? Я уж не помню что-то. Странно, слушай. Ой. Пошли вниз. Как это странно, серия началась. Ты за жилкой хочешь, да? Ну заодно уж. Ну, пошли. О, все хорошо. Смотри-ка, от тебя опять там распрыскалось. А, диена. Кстати, с этих диен можно фармить реки, которые нам нужны. Ой, я даже одну регу сфармил. Так. Вопрос теперь куда? Слева, справа? Заход. Ну можно попробовать обойти. С какой стороны? Через справа. Так, я, подожди. Ты по дороге пошел или вдоль? По этой, по канавке. Бегу. Я не уверен, что здесь можно пройти. Вот еще один мост. Ну, тут не туда. Ну, тут вообще подняться можно? Че у меня так подтормаживать-то, я не понимаю. О, можно. Ой, простите, мистер Носорог. Да я ж случайно, блин. Вот че сразу бодаться? Ну... Ну ладно, ты хоть сразу насмерть. Кто это был-то вообще? Какой-то? Не знаю. Какой-то кто-то. Мы не узнаем имя. Это так. Безымянного солдата. А, тут какой-то неправильный мост. Это Мармокс? Еще... Ой, там агрессивные какие-то. Ой, ветеран. А, давай его убьем. Ну, давай. Там пауки еще аккуратно. Всех с загрев. Окей. Ой, рано поюзал. К тебе там носорог бежит сзади. Осторожней. Прикольно. Ты думаешь, прикольно? Не уверен.
магическую накидку. Так, да, мы не туда идем вообще. Да, я тоже так думаю. В прошлый раз мы как-то проходили там. А здесь вот есть какая-то высотная территория, может быть, черенью. Вис тут взять, может, черенью как раз. Отстань от меня. Идите сюда. Идите туда, гады. Да. Они меня прям за голые коленки кусают. Так не передом, что ты поворачиваешься. Да я всяко разно поворачиваюсь, лишь бы коленки не дать. Ну ладно. Зато пока подтверждается моя теория, чем выше уровень, тем раздетие персонажа в Дильдорсе 2. Куда это бежит? Понял. Они убегают. Ага, я уже поняла. Одна от меня такая попробовала уже убежать. Блин, лут исчезает моментально. Так, ой! Что такое? Я тут выскочила, вся такая. Они, наверное, так обрадовались бы, если бы я ничего шагов сделала. Что-то я куда-то не туда нас привел вообще, если честно, да. Ну, да. Нам туда. А там поднись никак нельзя, может здесь можно войти. О, смотри, тут ворота какие-то. Ну да. Так я говорю, еще пару шагов, они бы мне обрадовались. Не, ну ты же не в ворота прям вошла бы, чтобы они обрадовались. Я почти. Да фиг тут закрыто. Что-то я не понимаю эту локацию. Кричит такой. Слушай, ну опять закрытые. Раздражает. Пошли дальше. Ты куда? За жилкой. Чего ж тут пути-то не взять? А, прям за попу, блин. Ой, и вам здрасте. Да ё-моё. Это ты хуй там. Чё делай? Хуй жилку. Да я сковал уже. Ой, я вижу проход. Вообще, шикарно, конечно, в этих окруженных чулках. С киркой наперевес. Это вообще... А! Ты чё, офигел? А! Повалил такой. Вот, чё я забыл забиндить на кнопке, так это у ворот. Как раз, точно. Бинди? Не, пофигу. Ай! Чё-то я пролагал немножко. Ай, ухачешься, ухачешься. Сейчас. Простите, если там... Шуршит? Ага. О, все хорошо. Хорошо. Так, а чё, кого там положили-то? А, солдата? Так, ну и как нам туда? Куда туда? А, за вистой? А, там зона. Это интересная точка. Да. Вот я пришел к этому месту. Надо как-то наверх попасть, я так понимаю. Я так понимаю, что нам надо здесь... А, там внутрь, там... наверное, где-то заход, да, есть. Оп, и не допрыгнул. И как теперь? Ну, обходить. Слева вон там есть? Можно запрыгнуть вот тут? Да. А, то есть ты можешь... А чё он там скалится? Чё, попрыгали? Ага, попрыгали. Давай, ударь меня, ударь. Вот так, хорошо. Ой, а чё это у него тут дымится? Точку интереса заработала? Да. Хорошо. В бочке какая-то гадость. Ага. А, у меня мышку клинит. Так, вист вон там. Где-то. Да, как ее взять-то? А, тут ящерицы за нами всякие ходят. Вон она. Ха-ха-ха. Убежали дурачки такие. Так, вот тут, наверное, пропрыгать можно где-то, да? Вот тут можно пройти спокойно. Фу. Мы сделали это. Мы, по-моему, вторую серию к этой вести идем. Главное, чтобы ничего не заклинило, не упасть. Фу. Очень странная локация, вот конкретно вот это место. Там, видимо, в какие-то ивенты открываются ворота всякие. А мы просто не в то время и не в то место пришли, как обычно. Так. Внизу жилка. Я вижу. И грифон. Я вижу. Чё, грифон? Ну да, грифону. Живая? Ну так. Оська. Юбку только задралась. А так все хорошо. Коленки побились? Коленки? Не, нормально, я ж гвардиан.
А то все гвардии на коленке не бьются, да? Не. У нас вообще раны не отображаются. Скажет царапина святое сияние, да? Почему святое сияние скажет царапина-то? Потому что... Так, ну, слушай, все, можно отсюда портнуться. Живой цвета? Или пешочком пошли. Пошли пешочком, вот направо, прям по прямой. Так, а нам куда-то вот сюда, вот у нас вот тут не открыто. Да, вот нам, я говорю, прям по прямой пошли. Пошли. Старайся не агрить всех. Я не могу так. Это ты мне сказал, да? Это... Он меня увидел. Сказал, ага. Сейчас прям не агрить всех. А, я ее не заметил. Сказала он мне, не агрить всех. Ну блин, я же не всех. Два. Я сказал не всех. Так, что за боссы, что за боссы? Где босс? А вот тут эвент какой-то. Это Огр Варс, нафиг их. С ихними воинами там. Где? Это общий эвент, большой такой. Долгий. Слушай, пошли, тут куча везде собак. Собаки кругом. Хорошо. Которые так норовят нас укусить за разные части тела. Фу-фу-фу. Фу. Оголённые. Фу. Ты ей говори фу, она поймет. Не пройду. Я не пройду. О, я прошел, да? Я крут. Да хрен ты прошел. Ну блин, это я обратно уже пошел, потому что тебя спасать. Не прыгай, у тебя юбка задирается. А ты не подглядывай. Я не могу. Оно сломо. А, ага. Опять наверху. А, нет. Нет, не наверху. Я слепая сломан. Просто. Ай. Беда, беда. Кончились? А у меня еще есть. Ты прикольная, запасливая. А где ты все это носишь? В чулке. Сбоку, видишь, подоткнуто? Не вижу. Ничего не вижу. Надо на эту серию 18+ значок ставить. Хорошо, я согласна. Да? Да. Потому что ты мне тоже же покажешь, где ты кирку носишь. Да? У тебя там еще лопата и серп. Ну, не у меня, у тебя тоже. У меня там еще много чего. А, тут глазастые. Какие глазастые? Вон, 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 вон. Кто вон, вон? За нами бежит. А, сепаратисты. Ненавижу сепаратистов. А, да, я тоже. О, ну блин, начинается. Фига. Прыгает на меня. Так, где жилка? Блин, внизу что ли? Да. Так, давай посмотрим по карте, что у нас тут получается. Все хорошо. Вниз прыгиваем и идем. Куда? Вот сюда. Под гору, я так понимаю. Вот здесь, да? Наверное, проход есть. Ну, видимо, да. А что у нас осталось? У нас одна точка интереса и одно сердечко. Ну, да, видимо, там. Больше нигде. Ой. Ой. Простите! Да блин. Эть, скатился. Железо. Нам железо уже не особо. Хотя нет, нужно, слушай, нужно. У меня следующий уровень. Крафта тоже качается с железа. О, тут это... Светящиеся попки, только без света. А это не светящиеся, пока они не зарядились. И не агрессивные причем, кстати. А жилка наверху. Ха-ха-ха. Так. О, а это агрессивные уже, да.
меня уровень. Прикольно тебе, у меня только даже 43-го половины нет. Точнее, 42-го. Это уже у нас... А, ты 43-й только? Да. Так. Ну ладно. А, вон туда проход идет. Ага. Что-то я не пойму. Я пока тоже не пойму. Ну, идем пока. Хватит дышать на нас плохо. Ой, как тут интересно. Ну да. Совсем что ли? Сумасшедший. Их тут двое было. Нет, пивал-то один. Второй не успел. Ой, как тут прикольно. А, они тут еще маскируются под камни. Тебя это, засекли. Ой, я вижу. Надо это было еще скрафтить транспаранты с надписью «Мы хорошо оделись». Да? И да, чего? Не лезть их нам, вам дороже будет. А-а. Так, вон там какой-то выход, смотри. Вон туда, влево. Через мост что-то, я не понял. Что там такое? Ой, мне какая-то штучка упала. Ух ты какая. Это посох. Став. Посох, ага. Поста там, в общем-то, неплохой. Единственное, зеркальце... Мне нравится только этот камешек. Да, зеркальце дурное. Вот такой. Прикольный. Похож на твой этот. А это из того же комплекта. А. Сепаратистского. У меня уже вторая желтая шмотка упала. Кстати говоря. Ты везучка. А я вон даже с 25 стаками хожу на Magic Find. И фиг-то там. Так, ну что, куда мы? Да, за жилкой мы. Да? Ну да, я так думал. Вот, а пока за жилкой хочу посмотреть где. Слушай, а тут ничего нет. Получается, дальше глубже надо идти. Ну, видимо, пошли. Но больше вроде некуда. Тут вопрос, я говорю, вот там есть выход, а есть вот... Не-не-не, налево нам точно не вариант. Надо направо идти. Там, правда, жилка, но... Ой, кого-то там такой нет на той стороне, я смотрю. Кто это такие? Слушай. А, ты чё? Тёмный имп, понятно. Бесик. Ой, там кто-то, смотри, труп этого. Ага. Они тут какие-то ритуалы с ним делают. Ух ты, тут золотая жирная жилка. Ага. Прикинь. Золотая жирная жилка. У них кривые мечи. Кривые мечи. Напряглись. Прям золотая пыль. Светится. Прям золотая пыль. Вот смотри, видишь, какая-то хоп-хоп. Не вижу. Что, не сверкает тебе ничего? Ну, как-то не особо. А у меня, смотри, вот. Хоп, и пыль вот видел сейчас. О, ну видишь, сверкает. А, ну что-то есть, да. Ну, по сути, давай убьем еще этих двоих. О, они уже нагрелись. Ну, это я их нагрел, да. Ну-ка. Ну, ударь меня, ударь, зараза. А, там лут пропал. Опа. Ой, появилась какая хрень. Ветеран. Лови. Она появилась после того, как мы этих убили. Ага.
такие вот скрытые ивенты попадаются на раз. Забавно, конечно. А чё я-то? Да блин, я тут стою в позе, блин. Лотоса? Не лотоса, а в позе готовности. Номер один с щитом вверх. Вот пристало-то, а. Ой, тут какой-то этот... Как его? Да блин, там алтарь какой-то из веток, посмотри, я не успеваю. Надо его убить. Убивай, а то она меня так убьет. Я его снес вроде? А, тут еще мелочь нагрелась, Саш. Но они рисуют периодически. А что он от меня не отстает-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Фига. Вот вам, блин, и чемпион. Мне похилиться-то нечем вообще. О, все, я сейчас умру. Все, не умрешь. Надеюсь. Он от меня вообще отставать не хочет. У меня на КД еще обилка. Все, собака. Вот зараза. А-а-а! Че он к тебе пристал-то? Я не знаю. Блин, меня бы не убил. Есть. О-о-о! Это было что вообще? Я не знаю, но он нам ничего не дал. Казнь сделал. Можно я скажу? По литературному. Че ты скажешь по литературному? Айда Пушкин, айда сукин сын. Нифига себе. Это по литературному. Я завуалировала. Just one more confirmation of how great I am. Причем она чем-то била издалека, то есть. Ага. Так он даже в твою сторону особо не смотрел. И все. Тупик. Так, а мы прошли. Что-то я не пойму. А где тогда? Давай еще вон туда наверх сходим. Вон там проход еще, Саш. Вот, вот выход, вот тут. Там проход не туда куда-то. Короче, побежали вот сюда. Любопытно просто, что там. Ой, а гарпии. Это вот их надо на эвент набить? Да. Давай их бить. Нет, не их надо, четыре каких-то матриархов. Ой. Где она? Да вот она. А куда ты ее? Это не я ее, это она так умеет. Что-то там все очень как-то плотно. Ну вон они. Плотно, это хорошо. Быстро убьем. Там еще ветераны есть, аккуратнее. А, видел. Нам как раз ветеранов-то этих и надо убить. Ага, вижу, вон они наверху. Че, попробуют сагрить ее сверху? Ой, даже не знаю. Или пойдем пробиваться к ним? Давай через низ лучше сначала. Ну давай. Вон за ветками. Только их двое вот меня напрягает. Давай попробуем одну. Давай. Попробуй заагрить и отбежим. Не достану. Угу. Сейчас еще раз. Да елки. Там дерево, наверное. Ты попробуй немножко сбоку. Ага. Как-то ты глобально. Ну, чтоб наверняка. Ну, да, сработало. Обе, Саш. Обе. Оу, даже больше. Ой, откуда их столько? Так я говорю, обе и даже больше. Это нормально пока, да? Пока нормально. Так, поставлю я червя. Так, отхилился. Подмогу позвала.
Сейчас одно убьем. О, они их вызывают, понятно. Слушай. Понятно. То есть не отвлекаемся, да, от этих, от ветеранов. Ну да. Оу, оу. Ой-ой-ой-ой-ой, как у тебя там все плохо было. Я бы не сказал, что у меня сейчас хорошо все. Но в принципе. Ну ударишь ты меня? Фу. Ты куда? Лут собирай, пока не пропал. Ну смотри, что он творит, Саш. Ну, дурачок. Там что он, грифоны? Добьете там это? Он сейчас на эту кинется еще. Плохо, что, конечно, никакого контроля не сделали. Куда ты? Не подходи туда. Вот у него агрорадиус ненормальный. Я его сейчас уберу. Это было что? Что было где? Я у него новую обилку выучила. Ну, в смысле, не выучила, узнала. Да? Ага. У него чарш есть. То есть я могу направлять его в определенные места. Нам туда, наверх. Да, сюда. А, вроде. Ну да. Так, наводимся на эту, да? А ну, кто-то да. Одного лейтенанта уже... Ой, это одно... Вот мне интересно, кто, да. Ну ни хрена себе. Твою налево. Так, что-то я промазала, все мимо прошло. А что я-то? Отстань. Вот, блин, пристали. Ух ты. Где эта фигня-то? Фу. Собака. Не понял. Чего он очнулся? Лежал бы себе, лежал. Я еще прикинулся, пока мы туда ее долбали. Куда он побежал-то? Я не знаю. Там жилка. А? Ты что, офигел? Тут, блин, с единичкой хп висит. Дурная тоже. Спряталась бы. Ой, у меня все плохо. Чем? Перегруз. А. Все? Тут ну, тупик, типа да? Того, да. Да, по-моему, тупик. А он куда-то сюда убежал. А вот проход какой-то. А. Так это выход, слушай. Куда? А, подожди, нет. Мы оттуда пришли, где червяк светится мой. Ну мы не туда же идем, куда вот откуда вы пришли. Но мы вышли на улицу. Нам сюда и надо, в принципе. Мы там все равно ничего больше не знаем. Ну, блин, нам же надо было кверху, вот сюда куда-то, нет? Почему? Вот сюда выход да был. Да нет там, по-моему, выхода. Другая локация. Смотри, точка интереса там я вижу. Выход вот был она. Какой-то. А, вон где еще. А где еще одно сердечко? Которое мы пропустили. Тебе я его не вижу. В общем, где мы были в пещере, там мы ушли направо через дорогу. Угу. Вот, а налево еще проход был. А вот точка интереса еще. Налево был выход сюда. А, вот 18-20. Мы смотрим, мы вот здесь бродили, а налево был выход тут сюда. А, ну понятно. То есть я по карте пробежал немножко, посмотрел. Что-то я не понимаю. Ну вот точку интереса-то я вижу. Я обе вижу. В смысле обе? Потому что у нас... Ну я в городе, видимо, вот эту не дочекала. А,
Видимо. Ну я ее потом пробегу, возьму. Где же сердечко-то еще одно? Странно, а, негодяйское. Ага. Я не вижу. Ладно, давай там точку интереса возьмем. Я предлагаю карту глянуть где-нибудь в интернете, чтобы не искать долго. И серию как раз закончим на том, что точку возьмем. Ну давай. В Тум Тандербрик. Порт вот сюда? А я думал левую точку. Давай. Угу. А червяк сама портнулся, что ли? Не знаю, да? Прикол, ну вот да. Он стоит, хотя он в пещере остался. И... А зато мясо потерялось. Ну, так вот все логично. Ой, гиена. Help, help. Вот так. О, просто зуб. Выбился. В смысле просто зуб? Прям просто так называется? Фанк. Да, просто зуб. Но только без просто. Я тебя переспросила, ты говоришь просто. Ну как я тебе скажу, зуб? Зуб. Просто зуб. Все-таки мне не очень понятно. Смотри, как они все быстро умирают. Опа. Сердечко. Но его не было тут. Не было, я смотрела. Или мы слепые такие? Я дерево нашла. Дерево-то хорошо. Где ты дерево нашла? Вот тут. Почему у меня там ничего не горит? А, есть. Спасибо. Там еще руда золотая. Где? Там дальше. Ну дальше, вперед. Да. Вперед. Пошли. А что они тут дерутся между собой? Какие-то разборки? Надо, наверное, их обоих убивать, чтобы да. Они не спорили, да. Мир... Ребята, не деритесь. Мир, дружба, жвачка. Да. Вот так. Ты меня правильно поняла. Мне тоже просто зуб дали. Хорошо. Мы такие прикольные. Ну, короче, суплесы их не убивать. Ну, в общем, ничего нового. Освобождать? Ну да. Все по-старому. Как говорится, некоторые вещи не меняются. Никогда. Мы так долго выпрашивали новую одежку, в итоге нам ее дали. Ой, сейчас прилетит, да. Что-то. Где? Ну. А, о. Эй. Прикольно, прям показывают, как летит. А я не успела. Схлопотала. Я, надо сказать, убежать не успела. Золото успело собрать. А, да? Дурак, что ли? Он опять кинул. А, вот этот кидает, да? Ну, вон там, дальний, который. А, вижу, с ракетницей. Ну, сейчас огребет. Сейчас огребет. Ты тут, блин, чё? Самый умный, что ли? Да, самый смелый. Ты смотри, прилип, блин, или отлипает от нее. Нет. Кит, мы сегодня борзые, излишне. Не находишь? Ты насмотрелся всяких голостей. Кого? Голостей. Голостей. Взбодрился? Взбодрился, да. Давление все такое. Настроение поднимается. Ну да, поднимается. Настроение. Хорошо. Так. Я считаю. Можем еще какой-то ивент попробовать успеть сделать. Чё-то... Ой. Два из трех. Может. А, кто-то там лазит, что ли, убивает их? Не знаю, странно. Слушай. Два из трех. Ать? Где? А, вон он далеко стоит. Вижу. Почему он своих не убивает, так мне честно. Было бы прикольно, да. Для всех, так и для всех. Ну, пошли да. Его накажем. Пошли. Потом... Привет. По попе Мейсон так. Хоп. Хоп.
И мортиру тоже наказать. О, там кто-то в тюрьме сидит. Вот их освобождать надо. Ой, тут еще и убиты всякие. А их можно порезать, наверное. Ой, они сейчас ломанутся сразу, биться, наверное. Ну пусть ломятся. Мы их прикроем. Грибы. Грибы обязательно надо собрать, да. Ой, и побежал. О, кстати, а чё я не ем эту еду-то на Magic Find? Ем. Хотя я, наверное, не буду есть. Почему? Это на опыт. Ну ладно. Ой, ты чё на меня тут такой кинул-то? Совсем дурной, что ли? Чё там на тебя кинули? Я не знаю, он какую-то фигню на меня кинул. Ой, откуда их так много? А, это наши. Хорошо своих бить нельзя, а то бы им сейчас досталось, я чувствую. Ну да. Я уже... Ой, а тут какая-то фигнюшка. Возникает Battle Plans. О, ты... Сейчас я тоже потырю. Планы их не. Вот здесь вот на бочке лежали. У меня. У тебя тоже. Ага. Все, потырил. Так, кого еще? Смотри, сюда. Ну что, кто еще хочет комиссарского тела? Ты в такой одежде это не говорила. Животные. Прям даже не знаю, против чаров это как-то даже и не звучит. Плюс это как-то неуверенно было произнесено. У меня тут товарищ заглючило. С лакаем, а, у тебя тоже, да? Не резаем. Ой, она уже давно не тут стоит. Так я что тебе говорю? Лаги такие, что ли? Да не она не тут стоит, она труп была. Это она умерла в позе стоя. Или он. Ой, это был этот ветеран. Да? Ну да. Ну хорошо. Ну, вернее сказать, почти был, он еще живой. Смотри, мне сундучок пришел, мне два письма пришло почему-то. Ты смотри, и... А, нет, я хотел сказать, пришел какой-то игрок на все готовенькое. Негодяй. Все, молодцы. Выходи. Нет, еще не все. Еще не все? Да. Это... А, тоже чемпион. Ой, да, чемпион. Нет, ветеран. О, ветеран, да. Ты меня так не пугай. Я пугаю, это ты меня пугай. В смысле, не пугай. Ребят, нечестно так. У вас много? Блин, ненавижу, когда они отталкиваются. Дерутся, блин, смотри, чё. Да вообще. А кто меня постреляет так больно-то? А меня пинают. Всем, что ли, да ё-моё. Я заманулся. Я вот сейчас как вот так вот сделаю. Вот так вот. Всем хана наступит. Все, всех убило. Ну, да. И еще суплицу какому-то досталось. Все, ухожу. Фу. Собирай лут. Лут, лут, лут. Я собрал. Я уже все собрал. Все, мы всех победили. Фу, мы локацию закрыли. Слава нам. Слава героям. Ой, сундук, смотри-ка. Чест, чест. Ты что, охренел, что ли? Ты что сегодня такая боевая-то? Так это он какой-то боевой, по-моему. Нет, нафига себе, я вижу сундук, я иду на таран, тут какая-то хрень. Только бы он не взорвался еще. Смотри-ка, что-то полезное даже. А у меня лук какой-то синий дурной. Не, ну мне тоже что-то фигня какая-то, ну полезная. Все, короче. Длинная серия получилась. Да? Ну да. Да, прощаться. Пойдем пока. Да я думаю, можно здесь закончить. Подойдем к следующей локации, там продолжим тогда уже. Ага, хорошо. Я согласна. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Стой. Что ты прыгаешь? Встань вот сюда на свет. Хорошо. Вот так? Ну, примерно. Сейчас. Подожди. Сейчас, секундочку, мы встанем. В позу. Да. И вот так. Вот. Это чтоб скриншоты хорошие снялись для Ютуба. В общем, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, ага, сейчас соберем. Приглашайте друзей. Что-нибудь новенькое еще? Давай, забацай.
Мне фантазии не хватает. В общем, всем пока. Всем пока. We'll be right back.